Спадарня Святлана, добры дзень. Ведаеце, учора, вось калі вы тут з'явіліся, я назіраў за тым, як прыязджаюць сюды розныя госці. Вас сустракалі тут, ну, як самую вялікую зорку. Таксама для вас зрабілі, ну, можна сказаць, высокі ўрадавы прыём, таму што і ў Варшаве вас сустракалі як лідара краіны, як прэзідэнта краіны, і тут вас сустракалі таксама як лідара краіны. Вось як вы сябе з гэтым усім адчуваеце? Вельмі странна, павінна сказаць, бо я ўпершыню ехала ў картэжы прэзідэнта. Вельмі странное пачуцці. Я першыню лятала на верталёте. Я очень рада, на самом деле, что меня так принимают. Это значит, что принимают наш весь белорусский народ, что они выбор народа уважают, они воспринимают меня как лидера нации. Это значит, что победа будет за нами. Але у вас зараз па сутнасці няма свайго часу, таму што ўвесь час у вас распісаны па хвіліна. Патрапіць нават на гэтую размову было амаль немагчыма. Вось 3-4 месяцы таму вы займаліся сваімі справамі, і ўвесь час быў толькі для вас, так? А зараз у вас па сутнасці яго няма. Як з гэтым сябе пачуваеце таксама? Ну, значит, я достаточно отдохнула за 10 лет, пока была с детками, сейчас ими работать. Я очень рада, что, ну, на самом деле, это очень хорошо, что такой плотный график, как бы я не уставала, но я от этого счастлива, потому что, значит, люди интересуются ситуацией в Беларуси, нам очень важно, чтобы о нас говорили, чтобы понимали, чтобы мы рассказывали, почему мы это делаем, и поддерживали нас, это очень ценная, нам очень ценна поддержка в такой сложный период. У вас учора после вознагороды была вельми моцная промова по-ангельску, я думаю, что она разлетелась, мы так само сваім гледачам яе пакажам. Вось цяжка вам даюцца такія выхады на сцэну, выступы, ты больш па-ангельску вы ўвесь час размаўляеце? Тяжело, мне всегда тяжело выдавались речи на сцене, я все время переживаю, скажу только вам по секрету, когда я пришла на этот гала-концерт, я примерно понимала, о чем надо говорить, но в какой это будет форме, ну, думала, как обычный текст, потом, когда я села, начала слушать музыку, и вот как-то само собой эта вот идея пришла замены себя на каждого человека из Беларуси, это я взяла бумажку, то есть написала именно последовательность, от имени кого я могу говорить, чтобы маленькая была напоминалка. И вот так вот, наверное, за 3-4 минуты родилась эта идея, и спасибо, что оценили. Ну так, выглядало это моцно, и вам зал так само аплодировал, устал. Для вас это важно, вось, коли вас подтримливают, коли вы отшуваете, что идея вось такая подтримка, например, от людей? Конечно, важно, потому что самоуверенно до конца все равно я себя не чувствую. Понимаете, я же осознаю, что в некоторых там, экономических, политических вопросах все равно я... Ну, не сильно, скажем так. Мне очень быстро приходится учиться. Я пытаюсь во все вникнуть. Но у некоторых людей это занимает годы. То, что я должна впитать за такой короткий срок. И когда... Мне страшно ошибиться, естественно. И мне очень важно, как воспринимают люди меня, окружающие. Поэтому важна поддержка. Я очень рада, что эта речь разлетелась, как вы говорите. Потому что я, ну, так получилось, что за 3-4 минуты вот в тот момент всю душу выложила и... Поддерживайте нас, конечно. Польский урад, вось учора вам уручил ключи от нового белорусского дому. Я думаю, что это было, конечно же, сделано с вами по домовленности, то бок вы ведали, что это отбудется. Расскажите просто, какие планы вось на этот белорусский дом? Вось цікаво ведать, чем будете заниматься, потому что это серьезная, по сутности, заявка такая под организацию, под побудову некой такой активности вашей. Вы знаете, белорусский дом действует уже давно. И они знают, что им делать в данной ситуации, и не надо их и просить ни о чем. Они дальше будут заниматься своей деятельностью, поддерживать белорусов, и они всегда это делали, сейчас тем более нужна помощь. Поэтому будьте с нами, все. Я рада, что у них появилось новое помещение. А вы не збіраецеся пераехаць з Літвы, напрыклад, у Польшу, каб адсюль нейкім чынам там больш ўплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі? Ці ўсё ж такі Літва гэта камфортна і добрае для вас месца, вы лічыце? Ну, пока я не вижу никакой причины уезжать с Литвы. У нас мы там организовали команду, ну не организовали, к нам присоединилась сильная команда, и мы там работаем. В Польше у нас есть наши представители, Ольга Ковалькова, Павел Латушко пока, и у нас в Польше огромная белорусская диаспора, поэтому ну, нет смысла локализоваться в одном месте. Это хорошо, когда нас много везде. У минулые годы, когда кого-то вытискали из страны, вы ведаете, когда выезжали некие белорусские оппозиционные политики,
Гэта дрэнна ўспрымалася ўнутры краіны беларускім грамадствам. Ну, казалі, што вось, маўляў, кінулі нас, паехалі. Мне здаецца, што зараз такой вось хвалі негатыву вялікага няма. А вам як здаецца? Вось ёсць такое, не ведаю, не ўспрыманне беларусамі. Знаеце, когда мне пришлось уехать, я очень переживала, как люди это воспримут, честно. Я записала это видео ужасное, как там тебе страшное, объяснила, как смогла. И для меня это было очень-очень важно, что люди меня не осудили в тот момент, поддержали. И, ну, я думала, что все, конец, они все скажут, что я их бросила. И... Но люди начали говорить, что ты молодец, что ты уехала, пусть лучше ты будешь в безопасности, но ты будешь продолжать эту борьбу, чем если бы ты была понятно где, и, ну и все, и что дальше, как бы. Очень сильно меня в тот момент это поддержало, и поняла, что, как обычно, как всегда, только народ, только люди Беларуси смогли опять меня подтолкнуть, двигаться дальше. Сейчас люди понимают, почему это происходит, почему людей выталкивают, из страны выгоняют, и это не воспринимается, это воспринимается негативно только в сторону тех властей, которые это делают, но никак уже не думают, что раз Ковалькова уехала, значит, она предала кого-то. Нет, ее просто выгнали из страны. Потому что она здесь лишняя, она здесь мешает. Значит, она борется за наши права, за права людей. И пускай она борется дальше, пускай даже в другой стране, но она там сделает больше, чем сидя за решеткой. Вы отсюль зараз едете, вернетесь в Литву. Первая речь, которую вы будете там робить? Я думаю, что это будет благодарность Польше. Посмотрим. Ну, эти события меняются каждый день, но я уже могу сейчас сказать, что вот этот визит в Польшу, на самом деле, это очень большой сдвиг в нашем международном общении, так скажем, потому что мы видим, как важно это и для белорусских диаспор в стране, чтобы, ну, приехал национальный лидер, и для местных СМИ. Я думаю, что мы просто сейчас будем чаще совершать такого рода поездки по Европе, и куда нас жизнь бросит. То есть я так поняла, что это важно для нас в первую очередь, и для людей важно, которые живут в стране, общаться именно вот, чтобы видеть друг друга. Интервью – это все хорошо, конечно, но пока не почувствуешь человека, пока не почувствуешь народ той или иной стороны, то, ну, сложно донести именно вот ощущения свои, чувства вложить в свои речи. Дякую вам великий за эту размову. Всего вам доброго. Спасибо большое.